Я знаю подобных вам, священников, потерявших связь со своей паствой, у которых не осталось ни капли человечности или участия. Вы ничего не знаете про мою работу. Вы ошибаетесь на мой счет. Наш хакер объявился, Патрик Иви? Не могу остановить его. Это сообщение появилось в компьютере Папы Римского. В Севилье торговцы угрожают церкви Пресвятой Богородицы, и она убивает, чтобы защитить себя. Мы отправляем вас в Севилью расследовать эти прискорбные смерти. Ее слезы – 20 идеальных жемчужин. Ее необходимо сохранить. Что вы знаете об этих случаях? Вам нужна моя исповедь? Наша церковь – это все, что остается от Брунеров. Я сделаю все, чтобы ее спасти. Ты просто одержима этой чертовой церковью. Представляю вам проект Санта-Крус. Церковь готовится под снос. Эту церковь все равно снесут. Эти смерти – несчастные случаи или убийства? Я знаю про жемчужины. Вы думаете, я жажду отомстить? Мы имеем дело с очень опасными людьми. Они хлопнут нас, не моргнув глазом. Вы меня в чем-то обвиняете, падре? Куда ты дел коды? Эту церковь все равно снесут. Человек из Рима. Однажды мне придется заплатить за то, что я сделал.